необходимо размещать посадочные семена так, чтобы корневая шейка деревца располагалась на 3-4 сантиметра ниже уровня грунта. В 21 веке. В 20 году 21 века. Представляете? Уничтожены не миллионы деревьев. Не миллионы, это много. Уничтожены сотни миллионов деревьев. Вот из этого совета. И вот каждый раз, когда вот эту фотографию украли, текст из старых книг украли, и продают саженцы южные. Так, вот. Видите, как здесь написано? Удивительно, мне вы мои фотографии не разрешаете использовать, а мошенникам можно. Вот мошенники. Видите? Но это один только пока пример. Но для меня это главное было вот эти 3-4 сантиметра. Вот. Так не бывает. Обычно, когда садят, яма гораздо больше проваливается. Вот. Я написал. Перед вами две величайшие глупости из практики традиционного садоводства. Я опять выбрал любимых этих бобрих, которые себя феями называют, да? Посмотрите внимательно. Какая почва, неизвестно. Ни один человек, который садит деревья, не может сказать, какая там почва. Вот он берет участок, вот, ему по-хорошему, я потом, у меня это все расписано по темам, там и будет и про подземные воды, и про это, и про колодец. Без колодца вообще нельзя садить ничего. Вот. Нет, ВДНХ. Потом они выбросят этот саженец, потому что лето же. Посадили, сделали съемку, и чтобы не позориться, скорее всего, выкинули. Но смотрите, как они делают. Им надо, чтобы был 20-30-минутный ролик, им нужно было взять одно ведро с чем-то, второе, третье, четвертое в этом, и пятое вот уже высыпано. Вот. Так? И вот она работает, старается. Все это только чтобы заполнить время, найти вам. А ведь это же первый канал. Вот видите, бобер. Это часть первого канала. Вот смотрим дальше. Вот. Предлагается альтернатива. Смотрите. Видите? Я даже не расшифровываю. Как говорится, дураку ясно. Предлагается альтернатива. Смотрите, что у нее получилось. Когда она все это заполнила, получилось, тут же, я так понимаю, и этот есть даже. Скорее всего, это перегной. Ну, получается такая клоака. Я почему клоакой называю? Я этой бобрихе предложил бы следующее. Хоть раз в жизни она ранила пальцы. Это значит, что ей нужны пальцы раненые сюда воткнуть. И ждать, когда обычно же корни повреждаются при пересадке. Обычно. Не обязательно там с горшка. Большинство просто обрубки садят, сами знаете. Вот. И подержать там и ждать, пока заживут. Вот. Вот мой постулат. Для посадки саженцев надо вот так делать. Вот. Для посадки саженцев необходимо делать пологие холмы из стерильной земли, в которой все гнилостные процессы прекратились сотни лет назад. Стерильные. Если уж мы завозим землю со стороны, то вот вам дерн, под дерном, дерн идут процессы те самые гнилостные. А под дерном еще немножко отступили, допустим, с глубины 10-20 сантиметров. Вот, дерн сняли, и эту землю используйте для... Ну или как вариант, если это бывшее картофельное поле, тут уж ничего не поделаешь. Кстати, вокруг вот это вот, это и есть подкормка, это уже перегной. Вместо всей этой дури. Дело в том, что она вот это говорит, она даже не знает, что все это только помешает саженцу расти. Все эти глупости. Ей надо заработать это, деньги на длинном рассказе. Вот, и получается вот это вот. Ну и дальше получается яма, углубление и подыхает. Вот, саженец, конечно, из почки, рано всегда на виду вот это вот, садит яблони, а люди по этому принципу садят все, что вбьет голову, вплоть до персиков, абрикосов и прочих груш и слив. Вот. Вот это еще раз, это постулат. Для посадки саженцев необходимо из стерильной земли. Вот когда-то это должно быть во всех учебниках. Вот. Как, потому что посадка это должны... Это казалось бы, ну, я уверен, что ни один университет вот эту посадку не проходит. Мне так кажется, что вы это не изучали. Это настолько элементарно, и вот это вот все, что
добавлять. Мне помните, там список был. Я на память за 5 минут. Доломитовая мука, это самое, битые кирпичи, гравий, этот самый керамзит, песок речной, господи, перегной. Ну, в общем, я 10 пунктов там набрал, 11. Вот Тор. и тор, в общем, вот это все величайшая дурь. И вот здесь мне не хватило А, ну тут написано, только надо было не глупости писать, а сразу дурь. Она не ведает, что творит. Дело в том, что если делать так, как я говорю, то и работы-то нет, и заработка нет. Вот. Надо будет, допустим, если платят поминутно, она еще 5 этих самых. Вот помните, я 11 насчитал, а тут всего 1, 2, 3, 4, 5. Значит, еще может принести. А вы будете думать всерьез и рыть огромные ямы, и все это привозить, заполнять, искать. Еще не забывайте про эти. О, еще минеральных удобрений сколько надо. А там весь спектр. А она понятия не имеет, что все это угробит дерево. Вот. Ну ладно, смотрим дальше. Я не стал бы, но меня вопросами достает. Потому что они авторитеты. Это ж кандидат наук, только за языком. Филологически. Да. И причем она это. Люди-то думают, что она и правду понимает, что говорит. Вот она делает эту, ту самую эту яму и бордюр. Вот, собственно, вот этими вот. Ну, а у нее там наверняка эти длинные когти. Наверняка один раз делает в год. А на этом ее работа кончается. И вот я написал вот это вот обращение. Вот теперь я обращаюсь, знаете, я не вижу. Снова далеко.